Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, и мы продолжаем знакомиться с точкой В-60 Кундун, которая переводится как «горы в Тибете». И сегодня мы рассмотрим функцию точки В-60, которая имеет огромное влияние на все 12 меридианов. То есть, если мы будем воздействовать на точку В-60, то в нашей возможности мы можем повлиять на все 12 меридианов, а именно повлиять на меридианы иньские и меридианы яньские. Здесь во французской транскрипции перечислены данные меридианы. Единственное, что от нас необходимо знать, тех, кто хочет воздействовать на меридианы, это же, конечно, каком основная энергетика всех 12 меридианов и, конечно же, поканально отдельно взятого каждого меридиана. И вот точка В-60 обладает такими возможностями, как влияние сразу же на все 6 иньских меридианов и на все 6 яньских меридианов. От нас остается только одно. Как воздействовать на эту точку? Тонизировать эти все 12 меридианов, либо седатировать эти все 12 меридианов. По-другому, по-простому сказать. При воздействии на точку тонизации, на точку В-60, активизации, что эти все 12 меридианов пойдут в работу. И тем самым мы неведомо можем поднять давление, вызвать головную боль, скажем так, повысить активность человека. Вот. Ну, некоторых это сразу же, скажем, если повышается активность, люди сразу же что? Начинают жить. А некоторых повысится давление, сразу может вызвать опаску, либо какое-то недоверие к точке, либо к данному методу. Потому что вот давление всегда было такое, а когда повоздействовать на эту точку, то давление резко возросло. То есть может пойти своеобразный не побочный эффект, а эффект что? Восстановления либо активизации данных меридианов. Либо мы будем воздействовать на точку В-60 методом седатации. То есть расслаблять то, что все 12 меридианов пойдут в расслабление. То есть мы выкинем оттуда, если есть избыток энергии, мы их выкинем. И, конечно же, у человека сразу может что? Произойти слабость, вялость, сразу может человек упасть в сон, либо немножечко облениться, либо прийти в такое состояние, знаете, вот расслабленности, либо эйфории. Чтобы этого не происходило, прежде всего нужно знать, в каком состоянии, повторяюсь, 12 меридианов, а уж потом воздействовать на точку В-60. Но и здесь мы подчеркнем, что точка В-60 имеет огромнейшее влияние на все 12 меридианов. То есть одним выстрелом мы можем убить двоих зайцев, воздействуя на эту точку. Но, пожалуйста, будьте внимательны и помните, что в Библии медицины наедине написано, что иглотерапевт подобен охотнику с копьем, который вышел что? На охоту на льва. Так что смотрите осторожно. Сможете укротить данного тигра, льва, свирепого животного с помощью копья? Вы победитель. Если нет, то болезнь вас победила. Всего хорошего. С вами был доктор Константин.